Всем привет! Мне очень приятно, что вы снова вместе с Devia.ru. Приближаются праздники весны. Всегда нас выручают маленькие закуски. Сегодня у нас розочки с салями. Мы будем использовать салями-колбасу, тертый твердый сыр и слоеное тесто. Тесто я купила в магазине. Теперь чуточку раскатаю, чтобы пласт теста был потоньше. И нарежу полосками, у которых ширина 2 см. Ломтики колбасы нарезаем на половинки и кладем на полоски теста так, чтобы они заходили друг на друга. Посыпаем твердым сыром и заворачиваем розочку. Обязательно надо зафиксировать кончики теста, чтобы при выпекании наши розочки не потеряли свою форму. Поправляем края колбасы, чтобы было похоже на лепестки розы. А я хочу порадоваться, что ряды подписчиков канала становится все больше. И поблагодарить за поддержку пальчиками вверх и комментами. А гостей канала приглашаю присоединиться к нашей дружной компании, нажав на красную кнопочку в нижнем видеоуглу. Готовые розочки кладем в форму. И наша закуска отправляется в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Вот такая красота у нас получилась. Просто, быстро, красиво и вкусно. Готовьте с любовью и хорошим настроением, и ваши блюда всегда будут особенными. Красивых вам приближающихся праздников! Порционный салат с курицей, грибочками и еще чем-то. Но пусть это будет сюрпризом, которого увидите уже скоро. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. А я буду ждать вас, как всегда, на своей кухне. Пока-пока!